Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство GoPro Hero 9 Black. Сейчас я покажу вам, как на этом устройстве выполнить первоначальную настройку девайса. Итак, вначале мы с вами берем и выбираем язык системы. Не бойтесь прижимать сильнее экран, все в порядке. Теперь нам нужно принять соглашение, которое мы должны и обязаны принять, если хотим использовать GoPro. Разрешаем ли мы GoPro использовать наши GPS-данные? Да, разрешаем, что поделаешь. Ну вот, практически все. Теперь на телефоне, давайте отложим пока что GoPro, на вашем телефоне нужно будет установить приложение, которое называется GoPro Go. Вот так оно называется в Play Market. Секундочку, GoPro App. GoPro App, вот так вот. GoPro. Скачиваете приложение и открываете. Затем в левом нижнем углу нажимаете на кнопочку и нажимаете подключить GoPro. Производится поиск камеры. Вполне возможно, что вначале не получится подключиться. В таком случае нужно будет... Вот, смотрите, мы нашли GoPro, говорит. GoPro Hero 9 Black. Да, это наша камера. Нажимаем подключить. Великолепно. Телефон подключен. Точнее, камера подключена к телефону. Все, мы теперь можем делать все, что хотим. Ну, давайте сохраняем имя. GoPro. Не знаю, GoPro. Все, хватит. Хватит с меня. Ладно, все, сохраняем старое имя. Не сейчас. Потом будем обновлять, все это делать. Все, GoPro готов. Можем делать все, что хотим. Хоть включить предпросмотр, смотрите. Ладно, потом этим займемся. Сейчас не до этого. Ну что ж, ребят, мы с вами настроили нашу GoPro Hero 9. И сейчас можем идти снимать видео. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А также не забывайте, что если вы подписчик, вы можете задавать вопросы в комментариях. И мы будем на них отвечать. До скорых встреч. Пока.